А просто зараз Артем Півоваров доводить, що має гарний смак. У 17-му році він потрапив у десятку найпопулярніших українських артистів на YouTube. Ти точно знаєш хоча б декілька його пісень і 100% бачив його кліп. Адже забути таки дуже важко. Сьогодні у дизайн-тур Артем Півоваров. Одним реченням про себе. Неконтролюємий музикант. Мені іноді немного чуждо знаходитися вот даже в такой атмосфере. Mm-hmm. И каждый раз, когда я выхожу на сцену или же даю интервью, для меня это как сон, некий сон, потому что 19 лет я жил абсолютно другой жизнью. Я учился на медика, я работал в сфере медицины, параллельно учился на эколога, потому что для моих родителей было важно, чтобы у меня была образование. А так как я не мог себя найти в любом другом жанре, кроме музыки, мне было сложно выбирать, поэтому выбирали за меня мои родители. Я не могу сказать, что я жалею о чем-то. Я никогда ни о чем не жалею. И тот путь, который я проходил, мой путь становления, я уверен, что он был правильным. В любом случае, все, что происходит, происходит не случайно. И как минимум, я сегодня сижу здесь. Я знаю, что ты режиссуешь сам себе клипы. Чему? Есть несколько моих близких товарищей, друзей, режиссеров, с которыми я работаю. Но мы работаем в симбиозе. Мне важно, чтобы мои песни были визуализированы правильно, поэтому я стараюсь взаимодействовать вместе с режиссером. Но сказать, что я не доверяю никому, я не могу так сказать. Даже вот мы снимали там последнюю нашу работу, которая называется «Провинциальная», вместе с Тарасом Голубковым. Мы четко понимали то, что у каждого есть своя задача. И на площадке, например, я полностью отдаюсь пожеланиям команды, режиссера в том числе. И мне важно не то, как только я вижу картинку и ситуацию. Я же со стороны не могу на это все посмотреть. Угу. Это сложно. Хотя раньше я так делал. А сейчас я стараюсь все-таки доверять людям. Ти точно розумієш, як себе позиціонувати в Україні взагалі на просторі музичному? Мені кажется, що це стиль називається New Wave. Ми самі його придумали, і нам хочеться, щоб воно так називалося. А що це за нова волна? Нет какого-то определенного, чіткого, яркого вираження стилю. Угу. Я не можу назвати, наприклад, я граю поп-музику. Или вот приходите на наш концерт, здесь ми будемо грати рок-музику. Такого не бывает. В нашем случае не бывает. Это все комбинирование стилей. Отовсюду мы выбираем лучше и сублимируем это в действие. Mm-hmm. Визуализируем это. Это не UV. Стосовно одягу, кто его выбирает тебе? Ну, безусловно, выбираю я, потому что мне это носить. Я скажу так, мне нравится следить за трендами, но они не диктуют мне. Я не могу сказать, потому что я вот прям каждый сезон одеваюсь так, как говорят тренды или диктуют тренды. Для меня важно, чтобы мне было комфортно в первую очередь, и чтобы это отражало мое какое-то духовное внутреннее состояние. Яке помешкання твоєї мрії? Що там має бути? Я бы в идеале жил в каком-то большом лофт-пространстве, в студии, где есть сразу же студия, есть мониторы, у меня там все возможные инструменты, вот там стоит кровать. Вот здесь стоит ванна и все. Такой минимал, да? Да, я люблю минимализм. Тебе ніколи не було на думці, наприклад, випустити колекцію одягу? Да. Чи, наприклад, колекцію меблів? Можливо таке взагалі? С меблею пока, может, возможно, позже. Но лінію одежды мы вот запустили буквально недавно, называется «Стихія неизбежна». Угу. И сейчас мы будем ближе к осени запускать новую линейку одежды. Ты сам малюешь? Ну, скажем так, есть логотипы, название, да, бренда. Это то, что мы прорисовываем, я прорисовываю совместно с дизайнером. Саму одежду разрабатывает мой близкий друг Камышнял. Тебе є кумири? Нет. Взагалі? Нет. Що ще ми побачимо чи почуємо від тебе, можливо, у найближчий час? Вийдет, как минимум, парочка нових синглів. Один із них буде україноязичний. Угу. Называется «Вичуй». Мы хотим поднять проблему неслышащих людей. В этом треке он будет таким мотивационным, как по мне. Я познакомился с детьми, которые не слышат. Есть, которые тотально не слышат. Есть, которые не слышат на одно ухо. И я был потрясен. Я по-прежнему потрясен. И каждый раз, когда я рассказываю, мурашек. Это проблема, которая может коснуться каждого. В детстве или в возрасте, в пожилом или же в среднем возрасте.
Мне кажется, что важно поднимать эти проблемы. Кто, если не мы, музыканты, сможем обратить на это внимание через призму музыки, через призму вибраций и дать возможность людям как минимум провериться и узнать, насколько вы слышите. Это важно. Тепер у мене є бліц. А мак чи пісі? Мак. Коти чи собаки? Собаки. Краса чи функціонал? Функціонал. Грати чи співати? Давайте виберу грати. Добре. Бізнес чи творчість? Творчість. Улюблений стиль в одязі? Casual, но не факт. Що таке пілястра? Пілястра? Пілястра. Що це одним словом пишеться, так? Так. Це є астра, це є таке растіння. Правильно? Знаете, оно такое красивое? Ну, я знаю, так. Беленькое, если не ошибаюсь. И вот какой-нибудь из пилей находится внутри этого растения. Ага. Совместно вместе называется пилястра. Как будет называться твой наступный трек? Відчуй. За что ты подякував бы маме? За жизнь. Что бы ты побажав нашим телеглядачам программы «Дизайн Тур»? Я желаю вам быть свободными внутри в своих действиях. Делать то, что вам нравится, одевать то, что вам нравится, украшать интерьер своего дома так, как хочется вам. И не следовать трендам, а создавать самим.